мужчина, женщина. Вот. Большим-большим набором талантов. Вот я, Татьяна Александровна. Живет она в Пензенской области. Вот. У нее столько талантов, что я даже в растерянности. Вот. Такое впечатление, что слушая ее повествование, ее жизненный путь, ее жизненный опыт, вот, он во многих случаях, оказывается, являлся повторением именно моего. И вот одна из граней ее таланта, Татьяна Александровна, это владение рамками. Это готовый от природы чистокровный лозоходец. Лозоходец — это старинное название, современное — это белокаторщик. Ни хрена наука это не признает, вернее, не так, брезгливо отворачивается от этих. Нет никакого биополя. Это псевдонаука, это парапсихология, это ярлыков на нас навесили, а человек, пожалуйста, три колодца. Видите на экране вот это вот? Вот. Это то, что она вам рассказывала. Даже допускаю такую мысль, что Татьяна, ее дочка зову, она это, два раза меня моложе. Вот. Она, может быть, никогда не видела таких схем. Это я уже заборился в эту. Нам дана огромная информация, гигантская информация. Вот. Стоит только что сделать? Набрать, допустим, как я набрал. Что я набрал? Грунтовые воды в разрезе. Вся картина налицо. Вот. А какая связь с белокорсонными рамками? Это самая прямая. Вот. Все, что находится под почвой, не только под почвой, вообще в природе, но и под почвой особенно. Вот все это подчиняется законам, все это имеет энергетику. Вот. И умение определять энергетику. Это еще называют колебаниями, еще называют, это можно назвать излучениями. Вот они разные, сила разная. Влияние на лозу, влияние на рамки, на металлические, разное. И мы этим пользуемся. Для нас это настолько нормально. Это как часть повседневной жизни. Вот. Я еще этот фильм создавая с ее голосом, я еще не получил ее согласия, благословения. Я боюсь говорить ее адрес, даже ее фамилию. Я не знаю почему. Время такое какое-то странное. А может быть, я зря это делаю. По принципу, народ должен знать своих героев. Вот. То есть ее таланты могут быть востребованы, ее опыт, ее знания. Вот. И, может быть, это не первый, не наверное, так, это не последний фильм с ее участием. И, наверное, когда-то я даже пожалею, что я ее полностью не дал координаты. Но пока не имею на это права. Сейчас у меня ночь. Вот, как иногда бывает, бессонная ночь, тишина. И я просто удивляюсь, что такие таланты у нас в стране не то что закопаны, они востребованы. Я не о том, что она должна тут же применять свои знания в виде профессии белокаторщика, ходить, находить места, где можно бурить, это тоже бы надо. Но и уровень другой. Вот, гораздо выше. Она может учить. И я скажу самую страшную, крамольную моих мыслей, одну из самых страшных, жутких, невыносимых для науки. Лозоходство, биолокация должны быть отдельной дисциплиной в институтах, университетах и академиях. И когда-то это будет. Вот. И, к сожалению, пока еще не придуманы такие точные приборы,
чтобы они открывали нам подземный мир, особый мир. Видите, это еще самая простенькая схема. Все гораздо сложнее. Видите? Вот. И этот особый мир поддается рамкам и лазе. Вот. А пока должно быть и новое направление, приборы тончайшие, чтобы они могли заменить лазу и стрелки. Я вам скажу, чтобы никогда впредь, это еще будет десятки лет еще, в этом, в Википедии будет написано про этот самый язык не поворачивается сказать, до чего мы это, до какой степени опустили совершеннейшие практические науки, лозоходство и белокаторство. Вот. Язык не поворачивается уже повторять за ними. А это когда-то будет предметом, и любой студент будет владеть. А теперь насчет любого. Всегда люди, которые работают с землей, у них повышенное биополе по сравнению со среднестатистическим российским. Среднестатистическое от нуля до полуметра. Такие люди не способны владеть рамками. И даже наша Татьяна Александровна чуть раньше, минутами раньше упоминала, что только у нее это получается. Вот. А у меня есть фильмы. Вот. Я учил, как поднимать биополе любому человеку. Если у тебя она всего лишь 30 сантиметров, там, допустим, радиус, ничего. Вот. Активное вращательное движение по типу тибетских монахов. Все, вот оно уже 1,2 метра. И вы уже владеете рамками. И даже ее родственники, которых рамки не получались, владение не получалось, и пользы не принесли, не смогли повторять эти же, как бы сказать, открытия за Татьяну Александровну, так вот, даже они, имея обыкновенный набор вращательных упражнений, уже смогли бы это сделать. Видите, как просто. А кто из студентов это знает? Да никто. А это значит, что весь курс студентов, экологов, биологов, геологов, вот, кого еще упомянуть, значит, ботаников, агрономов, вот 5 пальцев забыл, 5 пальцев, они все обязаны будут владеть рамками как предметом целой дисциплиной, научной дисциплины. Вот на этом позвольте мне закончить. Татьяна Александровна, огромное спасибо, уже забыты мои фильмы. Как делать рамки, как ходить, как находить. Вот. И самое страшное, что не знает наука и знать не хочет, что неумение определять геопатогенные зоны – это миллионы болезней. А на дорогах – это миллионы аварий. Вот это вам огромное спасибо. Еще раз вернемся. И опять будет еще 300-500 просмотров. Но где-то, когда-то, у меня уже тысячи таких фильмов. И вы мне помогли очередной создать. Где-то когда-то пробьется наверх. Когда-то там появятся люди не сонные, а настоящие специалисты. Настоящие. Вроде вас. Я бы сейчас таких, как вы, еще так, десяток моих учеников, сейчас бы рассадил ректорами вуза. И первая команда новая программа составит. Вот. Они изучают то, что не принесет никакой пользы, только мозги засоряют. Как школьников научили ненавидеть биологию? Это же специально, что ли? Ну, под конец я поднялся до крика. Извините. Все, я заканчиваю этот фильм. Татьяна Александровна, спасибо огромное. Если бы не вы. Ну, подумаешь, испортили мне еще одну ночь. А, почему испортили? Сделали ее продуктивной. Спасибо вам. Сделали ее полезной. Ничего. Доберем потом. Придет время это... Все, молчу, грустно. До свидания, друзья. До свидания, Татьяна Александровна. Благодарю вас.